Так, делаем эксперименты какие-то. Я не знаю, что я делаю. Ну, что-то делаю, короче. Сейчас посмотрим, что у меня получится тут. Так, пошли дальше. Все цвета я добавила силикон. Смотрим, что у нас выйдет из этого. Что получится, не знаю, но что-нибудь получится, наверное. Посмотрим, что у нас получится из этого. Что-то я делаю. Что я делаю, я сама не знаю. Все, это отложим, а дальше посмотрим, что здесь у меня получилось. Что-то я тут творю и сама не понимаю, что я творю. Так, это новые эксперименты с цветами. Я купила цвет такой вот интересный, поэтому экспериментирую.
Такая красота. Такая красота получается. Вот. Смотрите, как интересно. Вот так. Это же очень интересно. Все. Какая краска! Вот это прямо вообще, это вообще бомба. Это не краска, а бомба прям. Реальная. Замедленного действия. Вот такая красота получилась у меня. Да, цвета – это восторг. Я просто суперовский. Когда сам не знаешь, что ты делаешь, получается что-то интересное. Так, чем же взять? Потому что вот этой мне чуть-чуть нужно добавить. Так, ну вот, получилась у нас вот такая картина. Вот, сейчас еще чуть-чуть солью, и будет вот такая вот, не знаю, видно или нет.